И снова здравствуйте, дорогие друзья. Очередная небольшая распаковка. Ну, давайте посмотрим, что пришло на этот раз. Значит, это у нас бейсболка. Причем бейсболка у нас заявляется как атрибутика.ру. Внутри достаточно неплохо все прошито. Средней жесткости козырек. Среднего качества прошивка. То есть, вот надпись «Москва-Россия». Ну, вы видите, да, прочитать немножко сложновато. Особенно буква «И», ну, прям вот совсем читается плохенько. Триколорчик прилепили какой-то отвратительный. Ну, видно, да, белый большой, синий маленький, красный вроде побольше. Ну, вот, закрывается все это дело на липучку. Сюда на какой-то ляд приделали немножко, да, неподходящий сюда флаг. То есть, ребят, да, либо триколор, либо царская, по-моему, это Россия. Ну, да и ладно. Герб, опять же, как-то тоже непонятно. Ну, такая вот бейсболка при всем при этом есть. Качество вроде, ну, средней паршивости. Кому надо, ну, заходите, берите. Ребят, я принципиально никогда не называю сроки, да, то есть в какие сроки ко мне все это дело приходит. Давайте вот так вот чуть пониже. Не называю сроки, в какие ко мне это приходит, потому что, ну, ко мне в Москву и, скажем, во Владивосток, либо там в какой-то другой регион нашей страны, а может быть там в Украину, да, то есть, ну, зрители могут быть и из другой страны, это будет идти другие сроки, ну, смысл. Приходят, ну, да и ладно. А если помните, у меня был маленький стандартный коврик, вот какого, вот такого вот размера, да, и тут я загорелся большим таким вот подкрысником. А качество, ну, смотрите, да, то есть вот угол у нас прошит достаточно хорошо. Вот это у нас часть такая, знаете, а-ля резины какой-то, вот не совсем могу понять, почему, но она не будет скользить. То есть вот, да, рука, делаю, ну, немножечко, прям вот при сильных усилиях получается его сдвинуть. А плюс какой, да, кладем клавиатуру поверх него и мышкой пользуемся. Пол стола он занимает, и мышка везде будет бегать хорошо. Вот небольшой след остался от того, что его складывали. Ну, думаю, это не сильно страшно. Коврик мне нравится, по-моему, своих денег, ну, вполне стоит. Значит, ребят, этот товар уходит в раздел реплики известных марок, да, то есть это полная копия оригинальной продукции. А, значит, в нашем случае ситуация следующая. Подделка, ну, давайте называть вещи все-таки своими именами, это подделка. И продавцы шифруются. Шифруются очень сильно, и поэтому вот ссылка, которую я положу, ну, она то будет работать, то не будет работать. Причем ситуация получается следующая. Есть вот более дешевые, там 1500, да, но они совершенно другого качества. Вот эти стоят в среднем 2500-2600, да, но они максимально повторяют. То есть, вот он кладет чеки, как будто это настоящий. Ну, на самом деле мы понимаем, что это обман. В прошлый раз мне забыли положить брелок, в этот раз брелок не забыли положить. Я до сих пор не решил, что сделать первым разом, начать с ним на эту тему спорить или нет. А в комплекте он кладет брелок, ну, вот этот продавец кладет брелок, кладет носки и кладет сами кроссовки.
По идее, с ним можно поговорить, и он все это дело пришлет в упаковке. Ну, опять же, да, ребят, не знаю. Я пытался с ним поговорить в WhatsApp. Молчит, сволочь, подонок. Вот, пытался написать ему, да, то есть я ему написал: «Друже, говорю, ситуация следующая, да, там, дай мне, ну, держи меня в курсе относительно актуальной ссылки, чтобы я всегда мог ее выкладывать, и люди могли ее видеть». Тишина, абсолютнейшая гробовая тишина. Кроссовки при всем при этом. Вторые я его опять нашел, заказал. Видите, пришли. Какие-то прям блестящие, она неестественно. Внутри, если интересно, да, вот так вот все хорошо прошито. Вот эта вот часть вентилируемая сделана хорошо. Не знаю, насколько это правильно, что вот так далеко находится бумажка. И второй момент, который я не понимаю, почему на ней написано, что они сделаны во Вьетнаме. Хотя, в принципе, оригинальные должны быть сделаны в Китае. Значит, по дате сделано, указано, как будто 7 месяц 2015 года. Ну, понятное дело, что это не оригиналы, но при всем при этом и мне очень даже нравится. Значит, вот как здесь выглядит стежок. И самое главное, то, что снизу есть бусты и вот эти вот точечки-кружочки. Их 1, 2, 3, 4, 6, 7, все как полагается. Adidas, буст, все красиво, все хорошо. Давайте померим. Я в восторге, на самом деле, от этих кроссовок. А у меня такие уже черные есть. Значит, еще раз, да, видите, выдавлено все четко, хорошо. На втором у нас значок Adidas Original. А я, может быть, даже и оригинальный бы купил. Ну, с другой стороны, а смысл? Это в первую очередь кроссовки. И, ну, я не вижу, за что там за них платить там 15 тысяч, что-то я стал каким-то жадным, что ли, не знаю, экономным. Сложный вопрос, ну вот такие вот они есть. И у меня есть такие черные и есть вот такие вот бежевые, что ли. Проклейка сделана, все хорошо, смело рекомендую. Ну а с ними ситуация следующая. Ссылка, скорее всего, не работает, поэтому пишите в личку, как актуальная ссылка будет, я вам ее буду кидать. 2500, 2600 – это примерно их стоимость. За сим все. До скорых встреч.